продажу джетта. Это рестайлинг 1.6 на моторе CFNA. Это цепной мотор с чугунным блоком. Не гремит, не стучит, расхода масла нет. Кузов отполирован, покрыт керамикой. Ни сколов, ни вмятин, ни царапин нет. Это 15-й год. Полностью зеленый отчет, один хозяин. Два комплекта резины. ТОшка сделана 1000 километров назад. Масла, фильтра, дворники. Походовки все мелочи поменены. Также лежит комплект противотуманных фар с проводкой полностью. Оптика вот в таком состоянии. Капот. Вся в родной краске. Сейчас я вам это покажу. Вагосколов никаких нет. Колпаки оригинальные. Гисловет, Нордфрост, шипы. Без коррозии. Пороги все целые. Также в заводском окрасе. Не мятые, не битые. Под ручками все идеально. Арочки без дефектов. Труба вот так выглядит. Здесь то же самое. Под ручками все четко. Лобовик Мениной. Краска, сборка, естественно, это уже наша Калуга. В родной краске, плюс-минус в одной толщине лакокрасочного покрытия. Никаких подкрасов нет. Все бьется симметрично. Никаких двойных заводских окрасов. Ничего этого здесь нет. Это грязь. Здесь все в заводском состоянии. Стекла, кроме лобового, все заводские. Складывание задних сидений. Точка на месте, герметик заводской. Оптика оригинальная. Здесь то же самое. Летняя резина. Масло после ТО. Еще по рекомендации втулки стабилизатора передние. Противотуманки новые. Коврик в багажник. 15-й год. Салон в идеальном состоянии. Коврики новые. Это заводская регулировка. Здесь нужно смотреть вот на эти крышечки. Еще заводская смазка. Здесь вот на этом болтике есть регулировочка, видно. Вот на этом нету. На вагах это норма. Пороги без дефектов. Здесь четко. Дверная карта без единого дефекта. Так, там дальше потом покажу. Здесь никаких опылов, напылов нет. Герметики заводские. Стык попал 101.
здесь все четко. Здесь пластики в идеальном состоянии, вот это место все четко. Здесь все. Это резина. Да, кстати, вот в таком состоянии. Вот здесь есть маленький дефект. Грязь. Вот здесь есть какая-то полосочка, это не трещина. С этой стороны все так же в идеальном состоянии. Заводское. 96 73. Здесь тоже все идеально. Карта без дефектов, не царапин, ничего. Полный электропакет. Сиденье без дырок, протертостей. Это влажную уборку делал, остались следы небольшие. Система антибукса, климат раздельный, магнитола сенсорная. Пробег 97, автосвет, зеркало с автозатемнением, сигнализация. Все отлично. Полный электропакет, подогрев зеркал. Классический автомат Aisin, шестиступенчатый. Этикетка на месте, она оригинальная. Здесь тоже никаких дефектов нет. 1.6 цепная. Антифриз. Отлично. Здесь демонтажа нет. Вин-код. Вот этот болтик не трогался, вот этот регулировался. Здесь точка заводская. Маркировка год 15-й. Маркировка на фарах соответствующая, года выпуска автомобиля. Лонгерон, ремешок в порядке. Вот здесь покажу номер двигателя на дублирующей табличке. Масло поменено, подтеков нет. Аккумулятор менялся уже. Достаточно свежий, проблем с ним нет. Здесь то же самое. 15-й год, 5-й месяц. Блокировка на фарах. Здесь заводской мои. Работает хорошо. Все целенькое. Катализаторы на месте. Салончик чистый. Руль как новый. Ошибок никаких нет, пробег подтвержден диагностикой, базами и обслуживанием.